Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт более худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились, назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбулле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Эй, красавчик. Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Oh!
Иди сюда. Ты от Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню? Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Нет. Ты точно не один из нас. Тебе здесь не рад. Предупреждаю, мистер! Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Шухер, кто-то идет. Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Что? Правда, спасибо, хочешь проблем? Сука. Ладно, только я и ты. Thank you.
будет больше народу. Долго я был в отключке. Вооруженный опасен. Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Гады! Мы все равно вернемся!
Ты окружен! Тебе не уйти! Снаружи вся полиция города! Тёрнбулл был достойным человеком! Слышишь? Достойным! Надо там посмотреть. Ничего. Ищем, не сдаемся. Позицию, барабан!
Там, на центральном острове, подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Мы нашли его. Идет пешком. Дай его уйти! Что, пушки мне? Он ушел? Сдавайся! Ты окружен! Тебе не уйти! Снаружи вся полиция города! Тёрнбул был достойным человеком! Слышишь? Достойным! Руки. Зайди с фланга! Наступаем! Вперед! Поменяю укрытие! Я тебя достану! Его убил! Заряжаю. Так или иначе, ты поедешь со мной! Пушкой мне угрожал! Поставь на центральном острове. Подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Thank you.
сообщу обо всем! Скорее, приезжайте! Умоляю! Он на центральном острове. Разберитесь! Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать.